Вот собрал только третий трек, вот два я без вас прослушал, вот третий вместе. Все замечательно, все обалденно. Блин, как она звучит, елки-палки. Это одна из очень редких, одна из немногих акустических систем при расстановке вдаль друг от друга. Одна из очень малых акустических систем, когда они у вас стоят друг от друга, метра два-три между ними расстояние, то есть далеко, да? Подходя к одной, вы слышите другую. Это очень редкость для акустических систем, друзья. Можете даже поэкспериментировать над своими колонками дома. Когда ты близко подходишь к одной колонке, ты уже не слышишь другую. А эти колонки одни из немногих
настолько обладающие детальностью, что когда ты близко к одной подходишь, вторая у тебя стоит далеко, ты слышишь вторую. Это не, далеко не каждая способна на такую детальность. Блин, как они звучат просто. Слов нет. Значит, минут 40 назад я их собрал. Сейчас я их несколько часов послушаю и буду упаковывать. Эти частоты я даже не знаю, с чем сравнить. Блин, Yamaha, молодцы, а? Сколько их пар я уже собрал, сколько разобрал, собрал, сделал, и не наслушаюсь я их, не могу. И дома у меня они стоят. Правда, пока сапожник без сапог, без реставрации, но я их дома тоже слушаю. У всех вкусы разные, согласен. Я не говорю, что всем они подойдут по звуку, но то, что для моего восприятия звука, я просто в них влюбился.
Как говорится, сколько я уже говорил и говорить больше не буду, друзья. Доказывать людям, что тысячные мониторы от Yamaha — это предел мечтаний звука человека. Это настолько шедевр в звуке, что такие частоты идут, что такое ощущение, что от усилителя сразу идут провода на динамике, без всяких фильтров, кроссоверов и так далее. Настолько детальность. Притом у меня играла сейчас студийная запись. Это как бы слышали подавление голоса. Это диск такой. Но композиции хорошие. Музыка получается сочная, открытая, а голос немножечко подавлен. Это на любых колонках. Это диск такой, я его наизусть знаю, я его уж столько переслушал. То есть поставить другой диск, по-другому заиграю. То есть доказывать людям, что тысячные мониторы от Yamaha — это шедевр звука, больше я не буду, потому что я устал уже. Много людей, много вкусов у всех. Кому-то нравится другой звук, кому-то нравится, чтобы долбило так, как автомобильные сабвуферы. Кому-то нравится другая середина, ненатуральная, допустим, немножечко подавленная, теплая. Поэтому тут как бы вкусы у всех разные. Но это мое, друзья, вот это мое. Я свой звук нашел. Значит, это последняя пара, которую я сделал. Ну, никогда не говори последняя, да, крайняя. Сейчас беру небольшой отпуск, 10-дневный. Сейчас поеду через пару дней к родственникам, отдохну, навещу своих московских друзей, аудиофилов, у которых, кстати, тоже дома Yamaha мои стоят. Пообщаемся, посидим с ними. Следующий привет, возможно, передам вам уже со столицы. Так что вот эта пара и все. И дней на 10 беру отпуск. Человеку хотел отдать их, чтобы со спокойной душой и совестью ехать. Потому что мало ли что случится, не дай бог, какой потоп, крыша упадет, да мало ли что. И пускай они едут, я их сегодня-завтра отправлю уже. Но сегодня, наверное, не успею их долго упаковывать. Из пеноплекса короб полностью вокруг собирать. Ну, завтра точно они уедут. Вкратце, значит, вкратце покажу я вам их. Ну, уже не раз я вам показывал Yamaha в такой реставрации. Ну, да бог с ним. Много не мало. Да, друзья, 4 число сегодня. Всех с 1 мая, с наступающим 9 мая. С праздниками всех вам. Здоровья вам еще раз.
живите весело, берегите здоровье, слушайте хорошую музыку. Музыка продлевает жизнь, запомните это. Хорошая музыка. Так что всех с праздником. Вот такое сегодня небольшое прослушивание было очередной пары NS1000 монитор от Yamaha. Еще раз я поделился своими впечатлениями о звучании данных шедевров лично для меня. Ну и думаю, не только для меня. Все, друзья, буду прощаться. Даст Бог, передам вам привет уже со столицы. Все, всех с праздником, пока.